2, 1, старт! На помосте для вас выступает 6-я смена участников. На первом помосте Степанов Николай, спортсмен весовой категории до 63 килограммов, кандидат мастера спорта. Работа с гирей 24 килограмма. В первом упражнении Николай показал результат 77 подъемов. Очень неплохой результат для его весовой категории. Результат показан за 5 минут. В упражнении рывок регламент времени также составляет 5 минут. Это позволяет спортсменам взять наибольший темп, потому что работать не так долго. На втором помосте работает Горбин Даниил. Горбин Даниил, спортсмен второго спортивного разряда, весовая категория до 85 килограммов. В соответствии с положением Данил поднимает гирю весом 28 килограммов. В первом упражнении зафиксировано 30 повторений. На третьем помосте выступает Сепелев Сергей. Спортсмен работает с гирей 26 килограммов. Первое упражнение зафиксировало результат 52 подъема. Напоминаю, что у нас в данных соревнованиях все выступают в абсолютной весовой категории. Первая тройка победителей награждается ценными призами. Друзья, более мероприятие проходит также выпуска компании «Ньюпо», которая... Мы видим, что прошло уже... Которая представляет абсолютно новую продукцию, Две с половиной минуты, половина установленного времени. И спортсмены уже переложились. Они вкусные и полезные. Напоминаю, что в двоеборье результат упражнения рывок делится пополам. Осталось работать 2 минуты. И вот Степанов Николай уже приближается к цифре 80 подъемов. Тем временем разворачивается интересная борьба между вторым и третьим помостом. Ребята работают с гирями. Разница между весами, которая 2 килограмма. Второй помост. Гиря весом 28 килограммов. И третий помост гиря весом 26 килограммов. Но спортсмены находятся в разных весовых категориях. Поэтому вес гири соразмерен с их весами. У вас все спортсмены перешли порог 80. Степанов Николай перешагнул за 90. Тяжело работать, но можно поддержать спортсмена, и он дойдет до цифры 100. 40 секунд осталось работать. Есть 99. 100. Степанов Николай зафиксировал 101 уже подъем. 20 секунд осталось. 15. Горбин Даниил зафиксировал результат 100 подъемов. Гиря весом 28 килограммов. Севенев Сергей 100 подъемов. 26 килограммов гиря. 3,
2, 1, стоп! Степанов Николай, 111 подъемов. Горбин Даниил, 104 подъема. Себелев Сергей, 103 подъема. Итак, в сумме...